В региональном центре по хоккею уже пробуют заливать лед. Строительство крытой ледовой арены началось в 2019 году. Пандемия не остановила работы. Сдать объект в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Скорость и качество возведения на должном уровне. Большая часть работ уже закончена. Установлено современное холодильное оборудование. Налажена система водоподготовки для создания качественного и однородного покрытия. Смонтированы вентиляционные установки. Сейчас намораживается лед и благоустраивается прилегающая территория. Это первый крупный объект, который в этом году реализуется в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». И я уверен, что 1 июня центр будет сдан в эксплуатацию. Это будет прекрасным подарком всем жителям нашей республики, всей спортивной общественности в рамках празднования столетия Чувашской автономной области. В спортивный комплекс входят ледовый каток, зрительские трибуны, тренажерный зал. Дополнительно предусмотрены душевые и раздевалки. Общая площадь здания составляет 3200 квадратных метров. Красивый современный ледовый дворец, где могут с утра до позднего вечера заниматься наши мальчишки, воспитанники и Чебоксары, и Новочебоксарска. Также будет здесь принимать участие на сборах сельские команды из районов. Мы будем проводить с ними сборы, учебно-спортивные игры проводить, проводить семинары для тренеров сельских команд. Проверив готовность льда, министр спорта Чувашии Василий Петров с представителями спортивного сообщества присоединились к международной акции «Сад памяти». Вместе они высадили на территории хоккейного центра молодые хвойные деревца, почти в подвиг спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Решили поучаствовать в акции у центра хоккейного, посадить елочки в память павших воинов всех. Будем приезжать, смотреть, следить, чтобы, надеемся, они будут хорошо расти. Посетить центр и попробовать свои силы на льду смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители. После открытия арены 5 занятий в неделю выделят для массового катания горожан. Валерия Друженец, Бахтияр Велиев, Республика.